Коллеги по научному цеху называют Антона Савченкова урановым человеком. Кандидат химических наук разрабатывает новые методы использования этого элемента, что позволит снабжать энергией города. На сегодняшний день это самый лучший источник энергии. Он, в принципе, безопасный, если все правильно делать. Экологически чистый и очень большой запас энергии можно получить. На развитие научных проектов Антон Савченков получил премию 100 тысяч рублей, как и еще 15 кандидатов наук, которые приняли участие в областном конкурсе молодых ученых. Среди них есть и аспиранты, и студенты. В Самарской области девушек, связавших свою жизнь с наукой, не меньше, чем мужчин. И в сложных дисциплинах они разбираются не хуже. Пусть это не всегда какой-то конкретный уже результат, но некоторая идея, наметки этой идеи, которые дальше можно развивать, вот это самое важное. Ведь дефицит больше всего именно идей. Если будут идеи, будут и разработки. Конкурс молодых ученых проводится с 2008 года. На заметку берутся все необычные идеи. Большая часть работ – это фундаментальные исследования, но у них есть шанс найти применение на практике. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.